состоять из научных встреч, из научных конференций. В основном будет два блока. Это блок, связанный с апрелем и днем космонавтики, где мы проводим достаточно серьезные конференции. И затем мы будем в день артиллерии в ноябре, неделю традиционно мы всегда отмечаем день артиллерии. Наш праздник мы завершаем год празднования войны. В это время у нас проходят встречи с нашими друзьями, выпускниками, работниками промышленности, политиками, самые разные люди, которые хорошо относятся к войне, которые являются ведущими силами, внесли большой вклад. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисович Минский. Вы прекрасно знаете, он у нас был. И открывал, и поздравлял нас с днем знаний 1 сентября, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сейчас нашей Государственной Думы, президиум также Борис Павлович Ивченко, выпускник Военмеха, депутат ЗАГСа, большой патриот Военмеха. Формат встречи у нас 40 минут встречи. Значит, слово я предоставлю Игорю Борисовичу, после чего будет регламент, какие-то вопросы от вас будут и пожелания различные. Ну, безусловно, сейчас время, хочу сказать, непростое, и вы, как выпускники военмеха, студенты военмеха, готовитесь закончить военмех, должны понимать, что и международная обстановка тяжелая, и внутренняя обстановка непростая. Безусловно, мы сейчас в условиях санкций должны развивать промышленность, мы готовим инженеров, и без патриотического воспитания, без настроя, без умения взять на себя решение сложных задач, мы не достигнем больших успехов. Ваши успехи – это наша радость. Мы преподавательский состав военмеха, для этого живем. Хочу предоставить слово Государственной Думе, Борисовичу Минскому, который имеет очень большой опыт жизни, работы, он закончил ВДВ, если можно два слова, училище командное ВДВ, много служил в армии, сталкивался с нашими выпускниками и в администрации, как с места.